все началось, будем говорить так, довольно давно, когда наша 28-я бригада сбила орковский вертолет, и оттуда сняли реактивную установку для ведения огня. Поэтому было принято решение как-то ее использовать в ответку. Поэтому на нашем предприятии градообразующем, не будем пока его называть, сделали специальную станину. Это очень сложное было изделие. На нее установили эту реактивную установку. Эту реактивную установку наши бойцы 28-й бригады испытали. Когда она прошла все испытания, был сделан пульт. И стала необходимость установить ее на какое-то шасси. То есть установка была в рабочем состоянии, но необходимо было передвижное шасси установить, подъехать на позицию, стреляться, быстро уехать. Ну, не было нужного автомобиля, поэтому Илья организовал сбор средств под этот автомобиль. Огромное спасибо жителям города. Мы выполнили эту задачу довольно быстро. Потом была проблема найти автомобиль, потому что все, что можно было, свиропы уже выгребли. То есть найти автомобиль была еще одной задачей. Ну, нам помог наш друг, который живет в Британии, Лукаш. Он здесь уже, кстати, был. Лукаш нашел эту машину в Британии, перегнал ее своему брату в Польше. В Польше ее обслужили, там поменяли масла, поставили болотоходную резину. И она уже стояла, ждала нас на польской границе. Когда уже сбор средств был закончен, у нас была необходимая сумма, хотя опять был сложный вопрос, потому что пока мы собрали деньги, курс вырос, злотого машину, расчет должен быть злотых в польской валюте. Ну, мы с Романом Хромовым быстренько прыгнули в поезд, поехали во Львов. Спасибо нашим друзьям, нас там встретили. У нас время было ограниченное, потому что курс рос, машина нужна на передовой. И в этот же день, как только мы приехали, мы начали срочно нам обналичить деньги, купить нужную валюту. Опять возникли проблемы. В банках нет такой суммы денег. Потом надо было найти сумму злотых. Ну, опять благодаря друзьям. Друзья нам отдали деньги в долг, сказали, потом отдадите. Мы отдали Андрею нашему деньги, и Андрей уехал в Польшу за этой машиной. Неожиданно, буквально за час, поляки вообще не проверяли, наши таможенники увидели письмо 28-й бригады, и машина прошла просто вот так по зеленому коридору. То есть надо отдать должное нашим все-таки таможенникам, никаких препятствий не возникло. И потом у нас стал вопрос, что пустыми не ехать, нам надо было ее чем-то грузить. Ну, у нас, если все помнят, мы собирали еще до этого деньги на груз с Гамбурга, который нашел Саша Москальчук, большое ему спасибо. Оказалось, что этот груз очень востребован, там супы в банках, которые очень хорошо уходят на передовую, не греются в костре и так далее. То есть в свое время Саша Москальчук нашел этот груз в Гамбурге, наши друзья перевезли его в Черноморатный склад. Ну, часть груза мы забрали своей машиной, Андрей привез, а часть груза осталась там. Поэтому там опять обратились к друзьям, друзья взяли свой микроавтобус, и мы с Олесиком, он является тоже волонтером города Южного, у него посвящение нашего города, потому что он работает с первых дней войны. И мы его автобусом, часть груза перевезли в Червоноград и к ним в штаб, потому что это тоже был наш груз, но там вещи для беженцев. Мы их сюда не тащили, это, ну, нам дорого, у нас нет людей, кто будет этим заниматься, перебором этих вещей. И мы этот груз отдали в Червоноград для беженцев. Я думаю, это будет наш вклад, будем говорить, нашей громады, для громады Червонограда, которая нам помогает с первых дней войны. Там мы уже приехали к пане Наталье, которая и держит этот штаб. Нас встретил там, будем говорить, глава этого сельской рады Герника, где штаб. И там мы уже начали загружаться под госпиталь. Наши девочки им предварительно позвонили, сказали, что для госпиталя надо нижнее белье, надо медицинское какое-то оборудование. Все это в Червонограде нам девочки отгрузили. Отдельный низкий поклон. То есть это очень необходимые вещи. Сейчас наши девочки комплектуют. И отдельно все будет доставлено в госпиталь. У нас девочки занимаются активно этим вопросом. Там же в Червонограде мы нашли 500 пар носок. Быстренько их выкупили за минимальной цене. Опять же, благодаря друзьям, у нас все связано как-то с Червоноградом. Эти носки уже получены, расфасованы. Тоже там, я думаю, многие видели этот пост был в чате. Слова благодарности, потому что, опять же, на это все собирались деньги нашим, будем говорить так, дружным коллективом нашего города. И все, мы начали готовиться к поездке. То есть приехали на склад к Игорю, который здесь тоже был в этом городе, приезжал, привозил груз. И, наверное, часа три мы, как Тетрис, собирали эту машину, раз пять перекладывали груз, чтобы по максимуму загрузить, пока не всунули все, что можно было всунуть в эту машину. И буквально за 10 часов рано утром выехали, за 10 часов уже были в Южном. И сегодня эта машина уже будет передана в 28-ю бригаду, идет уже, будем говорить так, на боевые позиции. Поэтому отдельное спасибо жителям нашего города за
помощь, которую они оказывают, к сожалению, приходится сборы делать постоянно, потому что возникает резкая необходимость. Приходится помогать, поэтому слава богу, что машина уже тут. Я думаю, ее там доведут уже немного до ума под военные цели. Все будет нормально, поэтому я понимаю, там многие нам говорят, мы уже от этого всего устали там, и так далее. Ну, нельзя уставать, потому что у нас еще очень много времени надо потратить на, будем говорить, эту войну. То есть, если каждый даст хоть минимальную частичку, это все быстрее закончится. К сожалению, все устают, и мы тоже устаем, но сегодня нам еще надо поехать забрать машину для 38-й бригады. Опять же, спасибо нашему градообразующему предприятию, эта машина уже готова, сейчас мы это передадим и поедем, заберем следующий автомобиль, который необходимо будет опять сделать под военные цели. Опять будет новый сбор, то есть и так постепенно двигаемся к победе. Ця машина – повнопривідний позашляховик, тобто в нього підвищена проходимість там, по будь-яким там полям, ну, де завгодно він пройде. От, це одне. І плюс він зроблений кузов-пікап, тобто можна трохи підсилити підлогу і поставити установку, і вона буде стояти там мертва, як то кажуть. От, ну і військовим таке от підходить такий автомобіль. Машина з правим кермом. Так, правим кермом це не заважає? Воно трошки незвично, але я думаю, що для них це буде нормально. Тим більше, що справа навіть не в тому, яке там кермо право і ліво, а те, щоб під ті кошти, які ми зібрали, знайти машину, яка буде в належному стані, щоб її можна було використовувати. Машина повністю обслуговувана. Ті ж хлопці в Червонограді, наші друзі, волонтери, велика їм подяка. От, загнали на СТО, там все було зроблено, все, що потрібно, масло поміняно, там походові все зроблено, перебрано. Тобто ми приїхали і взяли вже готову автівку. Пускай люди розгрузяться і реально, і потім їдуть, все. А? Следующий раз просто будем, конечно, встречи. Да мы будем заезжать сюда постоянно, у нас постоянно грузы приходят. Мы будем заезжать. Это будет постоянно. Потому что мне нужен результат. Выгружать. Это не проблема. Ну, опять же заедут, завтра опять заедут. Да? Заедут и послезавтра заедут. Если что, плитка проседала еще до того, как весь этот движ начался. Плитка была просевшая, потому что она и там она и сзади вам просаживается, там никогда машин не было. Инцидента никакого как бы не должно было быть, просто надо соблюдать, по-моему, надо в любое время не кричать, что война, я помогаю армии, все помогают сейчас как могут армии, кто воюет, кто помогает, как они волонтерам, им большое спасибо. Я сам военный пенсионер и прекрасно понимаю, как это все достается армии, как в этом всем нуждается. Но это не позволяет людям вести себя как нехорошие люди и не позволяет оскорблять людей под прикрытием той же армии. Приехала полиция, объяснила ситуацию, как это может решиться. Подошли те люди с той стороны, как бы они решать не хотят, но отдельно от меня полиция с ними провела беседу, сказали продуктивно, что этого больше не повторится, машины здесь ставить не будут. Для меня это результат. Единственная проблема у меня была, что туда не ставили машины. Остальное все как бы, никаких вопросов, поэтому я считаю, на данный момент вопросов я никаких не вижу. Ну, у нас тут работает 2-3 человека, остальные девочки. И ставить машину за 300 метров и носить груз у нас физически нет сил. У меня 2 искусственных сустава, Рома Хромов в прошлом перенес инсульт. И нам приходится носить тяжести, причем это начинает загрузки в Черногории, выгрузки здесь в городе Южном. И носить к офису груз военного назначения, тем более я вам скажу, что груз не маленький. И мы грузы эти носим постоянно. Так случилось, что у нас офис в подвале. Нам не дали помещение с подъездными там какими-то путями, там с какими-то разгрузочно-погрузочными механизмами. Поэтому мы здесь постоянно выгружаем, загружаем грузы, у нас просто нет времени. Если мы начнем этот груз выгружать по 2-3 часа, а потом загружать по 2-3 часа, мы потеряем целый день. Як раніше вже бачили, під що ми збирали цей автомобіль, у нас є власного, так сказати, виготовлення
ракетно-пускова установка зі збитого ворожого К-52 штурмовика. Зараз ми плануємо, ну так як і планували раніше, встановити її на пікап, але в нас його не було. Зараз з нашими друзями сумісно, нарешті, приобрели нам цей автомобіль. Ми дуже раді і дуже скоро будемо показувати геть непоганий результат у наших бойових навиках. Наскільки оперативно відгукнулися? І взагалі... Наскільки оперативно? Я не вірив в те, що це можливо бути настільки оперативно. За 10 діб зібрали люди кошти. Велике дякую всім жителям міста Южного та всіх, хто долучився до цього, бо ну, справа на даний час у нас всіх одна. І ну, ми повинні допомагати друг другу, але ну, це було дуже швидко. Я дуже ну, не можу передати всіх своїх емоцій насправді зараз, бо ну, це мобільно, це швидко і це життя. По-перше, це життя. Це життя людей, а зараз, ну, як на війні, ти рухаєшся, ти живий, ти не рухаєшся, ти мертвий.